Идем, я тебя подброшу. Куда нам ехать? Помнишь, на въезде в долину был небольшой лагерь? Да, помню. Это, по-твоему, байк? Может, не такой крутой, как у намадов, но ездит. Садись. Я вот все думаю про фриков. Они... Может, шустрые? Как она там? Девчонка, которую я привел, Лиза! А ты меня отведешь к ней? Нет. Не понял, Рики, что за дела? Почему нет? Не могу, ее тут нет. Стоп, я что-то не понял. Куда она делась? Пару дней назад Шиза назначил ее в команду собирателей. Она и еще трое ребят пошли в Кэмп Роук за припасами. Вернулись без нее. Ты хочешь сказать, они бросили ее? Бросили ее водище? Никого они не бросали. Убежала она. Господи! А дальше кто знает? Волки, фрики, упокоители. Выбирай на вкус. Чем Шиза думал? Нахрена он послал ее за припасами? Все должны работать. Так у нас заведено, и ты это знаешь. Просто не верится. В Мэрион Форкс, где я ее нашел, она продержалась несколько лет. Да, может, не надо было ее оттуда забирать? Кто здесь? А ну, вали, пока я тебе башку не отстрелил. Это я. Стой, назад! О. Эй. Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рик, да. В Тумула? Да. Это между Тумула и Лост Лейк? Да. Да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего? Да, зашибись. И все равно ты не имел никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи, тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на все одище. И вот приползли на брюхе к Майку. А, стоп! Если вас пустят. Короче, ведем пока его к Эдди. Пошли. Давай, встаем. Руки убери. Рики. Ну да, Рики. Стоп, а мы вообще куда? Эдди сказала, она посмотрит твою руку, попробует тебя подлечить. Что? Нет! Нет, не поеду я ни в какой лагерь. Нахрен мне это надо? Да. Это всего на несколько дней. Она даст тебе какие-нибудь лекарства, и потом... Нет, сам знаешь, что там за жизнь. Да ты все перепутал. Это не Hot Springs, это Lost Lake. Железный Майк, помнишь его? Железный Майк? Он хотел нас убить. Ты сказал? Это было давно. Они отстроились. Теперь там больше народу. И все они там подохнут. К тому времени нас уже там не будет. Там единственный врач на всю округу. Эдди, она тебе поможет. Только на пару дней. А потом уедем отсюда к черту. На север. Как ты сказал, надо убраться отсюда подальше. Да. Да, поедем на север. Оставим все это в прошлом. Ну, в общем, мне бы лучше вернуться к пациенту. За ним присмотр нужен. Чё, слилась? Да, ты сечёшь. А сколько это? Ну, в смысле, сколько его лечить? В смысле, надолго ли ты застрял? У нас есть антибиотики, но их мало. Если Майк вас оставит,
У твоего друга есть шанс. Так что случилось? Как он так руку обжег? Мы нарвались на упокоителей к югу от Балнапа. Им не понравились его татухи. Господи, я слышала, что они проделывают такое с собой, но не с теми, кого пытаются завербовать. Да не хотели они его вербовать. Ну, лучше бы Такер тоже с ними договорилась, как Майк. Рикки, но он не понимает. Карлос не будет соблюдать никакой договор. Это все уловка. Но Майк этого не видит. Он видит больше, чем ты думаешь. Ты ведь человек не потерянный. Просто душишь голос сердца. Спасибо тебе за поддержку. Этому говнюку вообще нельзя верить. Эдди, размазня. Майк, мы едва кормим тех, от кого есть хоть какая-то польза. Куда нам еще этого коллега? Он не коллега, он может работать, он... Им просто надо дать пинка. Нет, базам. Майк, разве мы такие? Охренеть, ну ты даешь. А ты? Неужели надоело быть шестеркой у Такера? Реймонд, а? Хватит! Не зови меня так. Жопу достал. Ну все, видишь? Хватит! Видишь? Ты знаешь, что это за хрен и на что он способен? Ты успокойся! А ты? Убери капушку. Майк, это ведь он привел эту девочку! Я знаю! И да, я знаю, что он за человек и что он сделал. Он не хуже, чем ты. Или Рикки. И не хуже меня. Мы все пожили свое водище. И всякого дерьма там успели наворотить. Дик нам пригодится. Стоп, минуточку. Я прошу лишь несколько дней и антибиотики. Сделаю, что скажете. Ну чё, ладно. Как решите, я согласен. Все, пошли. Я тебе не верю. Только не начинай. Так это ты их привела? Привела? Скажешь тоже. Бухарю помощь нужна. Этот хер ограбил лазарет. Кстати, замок там очень ненадежный. Рикки сказала, ты больше не работаешь на Такер. Ты прислал ту девочку сюда? Что? Прости, что я тогда соврал тебе насчет Такер. Это твоя работа. Сколько вы уже скитаетесь? Ты и Билл. Не знаю. Как ты теряешь счет времени? Если люди не начнут обживаться на месте и вести хозяйство, к следующей весне уже никого из нас не останется. Если ты разрешишь нам переждать здесь, пока Бухарь не поправится, я готов браться за любую работу. Просто я хочу, чтобы ты знал, как только он поправится, мы соберем припасы, снаряжение и поедем на север. На север? Там есть лагерь, рядом со Смит-Рок. Бухарь там никогда не бывал, а здесь слишком много воспоминаний. Пора начать все заново. С чистого листа. Ну да, понятно. А теперь иди, не маячь перед глазами. Мне надо подумать. Ладно, Майк, как скажешь. Если что будет нужно, пусть Рикки со мной свяжется.